История с Расулом Мирзаевым повторилась в Саратове. В Ленинском районе профессиональный кикбоксер убил одним ударом случайного прохожего. По версии следствия, Александр Хромов с девушкой возвращались домой из ночного клуба в состоянии алкогольного опьянения. Спортсмен пытался удивить спутницу своей силой. Как сообщил сам кикбоксер, ему показалось, что на его девушку не так посмотрели. За это случайного прохожего он ударил кулаком по голове. Левицкий скончался в больнице через 4 дня после госпитализации. Хромову грозит до 15 лет лишения свободы. Ленинским районным судом города Саратова подозреваемый в совершении данного преступления был заключен по стразу с содержанием в СИЗО-1 города Саратова. Возбуждено уголовное дело. На этой неделе планируется подозреваемый предъявить обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.